Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями. Весной прошлого года супруги воспитывают сына Ивана, но никогда не показывают его публике и не рассказывают о нем. Как оказалось, это связано с наследственностью самого Бондарчука. По словам сестры режиссера Натальи, ее брат во многом похож на их общего отца. И одна из главных черт – закрытость от поклонников и публики. Поэтому Бондарчук и Андреева не показывают никому своего сына и ничего о нем никогда не рассказывают, так как предпочитают не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. При этом Наталья не скрывает, что сама давно знакома с юным Иваном. Как она призналась в шоу «Секрет на миллион», мальчик, которому уже 1.5 года, перенял черты отца и дедушки и внешне очень похож на знаменитых родственников. А вам нравятся эти артисты? Пишите свои мысли в комментариях.